Приветствую всех любителей бильярда. На ваших экранах третья партия финала Золотой лиги русского бильярда. Этап завершился только-только, вот буквально два дня назад в Челябинске, в бильярдном клубе «Дворецкий». Играют Андрей Лескин и Виктор Липовский. Отыгрался Андрей, Виктор сыгрывает хорошего чужого на серединку. Виктор Михайлович Липовский известен многим как тренер, кому-то известен как игрок. Вот в данном случае он играет. Играет в финале, напомню, представительного турнира. Шикарные штаны забивает. Золотая лига вообще объединяет игроков старше 50 лет. А это возрастная категория 60+. И вот в финале встречаются Андрей Лескин, Виктор Липовский. Также Виктор Михайлович известен многим как бильярдный судья. Он рефери. Он судит чемпионаты России, первенство России. Он выступал главным судьей на Кубке мэра Москвы, на Кубке Кремля. В общем, известный судья. И вот к вопросу о том, понимают ли что-то в игре судьи, умеют ли они сами играть, каким боком они относятся к бильярду. Вот этот небольшой эпизод, буквально 3 минуты, партия финала турнира. Партия с Киевом.